Всем привет, друзья! Как вы знаете, у нас обновили сыгранность, она у нас теперь больше. Я повысил ВР, сделал 127-210 сыгранность и забрал Пирло. Давайте мы посмотрим, что у нас добавилось. Очков-то у меня 5332. На все точно не хватит. Ну, на что хватит, то и возьмем. Правильно? Да уж, стоимость поднялась, так поднялась. Но хоть увеличили с 5 очков до 20 в бесплатных паках, в наборах. Ну, если будет давать минимум 5, как когда-то давала 1, то собирать на них нужно будет до конца сезона, если успеешь. Вот такой сюрприз у нас, ага. Пока не заберешь те, следующие не дает. Ну ничего, заберем, и состав заберем, и плюс 3 заберем. А, в прошлых давала плюс 2, а тут уже плюс 3, ну хоть так. Ой-ой-ой, тут их все три надо забирать, потом забирать увеличение сыгранности, чтобы дойти до плюс 1 ОВР. А хватит ли нам? А сейчас посмотрим. Так, там 600. По-моему, хватит, да, хватает. Ну, отлично. Мы еще и плюс 1 ОВР возьмем, то есть всего плюс 2. Ну чего, нормально, мне нравится. А теперь я наконец-то доиграл уже до 1500. Заберем последнего 9-го игрока, который мне нужен был, чтобы забрать Пирло. Я не знал вначале, буду брать, не буду, но потом я понял, что мне оставалось 3 игрока, которых я брал для обзоров. Решил забрать. Вот он наш Пирло. Это я скриншотил на память, вернее на превьюшку. Ну, где наш Прайм икона? Класс. Это 5-я, по-моему, моя Прайм икона. Ну, я его тестировать не буду, обзор на него снимать не буду. Давайте так, если хотите, чтобы я на него записал обзор, какое количество, ну, 5000 подписчиков, дайте 20%. 1000 лайков, я снимаю на него обзор. И все. Окей. Давайте мы еще его прокачаем уже до 100. Чтобы уже так подготовить и посмотреть хотя бы, что же увеличилось. Так не хватит, ну ладно. Качаем. О, точно надо забрать, пойти там еще бусты. Ага, смотрите, и плюс 6 опека добавилось. О, видите, на одном ОВР добавляется на последнем. Очень прилично. Ну что же, вот в таком составе он у меня будет. Вернее, вот так он будет. Раша мы поменяем на Роналду. И тогда у нас все хорошо. Ну, можно так, можно по-другому. В принципе, не важно. Вот такой у нас красавчик появился в составе. На этом все. Спасибо всем за просмотр, ребята. Обязательно подписывайтесь на канал, кто этого еще не сделал. Нажимайте колокольчик, комментируйте, ставьте лайки. 1000 лайков, и я выпускаю обзор. Все, с вами был Анархист. До новых встреч. Пока.